А что за фильм? Нет, ты одень нам. А это, знаете, это сюрприз мужу. На 35 лет готовим. Что на 35 лет? Совместной жизни? Только не говорит мне это. Нет, ему 35 лет. Я сначала хотела, чтобы его поздравили кумиры. Кумиры не все ответили. Написал Паоло Мальдини, его поздравил. И Слуцкий. Вот. Ну и Маслов, ты такие фамилии звучат, что я... Слуцкий? Кто же это такой? А почему не Слуцкая? Так он же мужчина, он же футболист, ну как бы, тренер сборной. Ну, вам просто нравится, ну и Мальдини тоже. А чьей сборной? Да слушайте, вы прикалываете. Так, давайте, рассказывайте все. Кого мы тут летаем сегодня? Ну-ка, давайте нам. Хорошо. Рассказывайте все. Меня. Светлана Александровна Бирюкова. Так у меня надо, знаете, как сделать? Вот так вот. Раз, два, три. Вот так вот сказать. И что будет? И все, как бы это начало. Подвеску. Это у меня просто... А уже ближе к посадке можешь. Да, я слышу. Дима, Дима. Я на затяжке затяну тримера почти на 3/4. Не, это интереснее. Это гораздо интереснее. Я дальше сам делаю, держи. Ты снимай. Краснее. Мы всегда с мужем говорили, что никогда в жизни на американских горках. Светлана, вот дайте ручку. Тем более. И попробуй сейчас вот ручки вперед, полку назад. Вот. Вот, вот, вот это вот твое движение, когда скажешь пилот, все, садимся. Подходите к пилоту. А вот Дим, пока поснимай. Аккуратнее, не по стропам, не по стропам. Не по стропам, точно, да. Так, вот сейчас смотрите, для вас будет три команды. Стоим. Вот, стоим, мы упираемся, пока тросы натянем. Перед нами сейчас будет тросик, такая веревка, как два раза. Вот. Когда она натянется, я сдам команду бежим. Бежим мы. В момент бега я буду поднимать крыло. Сейчас вот так ремень будет, вы не перехватываете сразу, так и должно быть. В момент бега я буду выводить крыло в летное положение. Садиться запрещено в подвеске. Нельзя. Вот. Поэтому ждете моей команды. Оторвавшись от земли, я дам команду. Садись. И вы тогда вот за вот эти же ремешки себя возьмите туда. А, я как на стульчике буду сидеть? Да, совершенно верно. А, я думала, сболтаюсь. Так, а мне здесь отцепки. Блин, отцепки, по-моему, нету, да? Не, ну где-то же. А, подожди. Ой, а если у меня насморк в полете, знаете, на морозе что? Всегда... Не беру. Это некрасиво. Что? Чего? На морозе всегда насморк, а если я... Ну, что страшного. Ой. А вы по лесу размазывайте. Фигурный, как просто, да. Может, маску дать, чтобы одни... Как у меня клонистов с сосульками. Да кусы для чего для клонистов. Что сопли пожевать когда? Перекусить. Боже мой. На фемор такой пилот. Снимаю Дим, да? Да, снимаю. А вот эту камеру? Это мы сейчас дадим, сейчас дадим. Вам сейчас будете себя снимать. Снимайте с различных всяких разнообразных ракурсов, чтобы не так скучно было смотреть. Просто сейчас сложно представить, как я смогу еще палку держать. Да, Люк, нет, вы же только на старте. С этой стороны встань только. А когда сядете, будете махать крыльями. А в момент приземления что мне надо помнить? Три команды, да? В момент приземления вам ничего не надо. Вам просто вылез в такую же позицию. Я когда скажу, встаем в подвес. Приземляйтесь на пятки или, возможно, порой просто ходу пройти вперед. Но перед стартом самое главное встать вот в такую позицию, как сейчас. Угу. То есть не полшага вправо. И приземляться на то же лето. На то. Дим, подожди, я сейчас буду перекусить. Давай, давай. Одну ногу вперед до упора. Любую. Ага, отлично. Лен. Пора планировать, как говорил.
Я скажу сейчас. Так, смотрите, шарфы, если убрать что-то. Не-не-не. Секундная готовность. Да? Да, принял, Дим, там вторую камеру сбоку на земле, если принимать весь процесс. Вот уже есть вторая камера. Сигара, петельку. Берем и большим пальцем опять за вот эту ручку. Вадим, готов? Да, готов. Дима, правое крылышко открой посильнее. А как включать эту штуку? Она снимает? Она уже снимает вас давно, можете передавать привет мужу. Сейчас упремся, трос будет натягиваться, поэтому вы упритесь. Помогите мне вот выпрямить. И когда дам команду... Вот готов, убираем спину, тандем. Вот, Вадим. Принял, начинаем. Ну, все, сейчас мы улетим отсюда. А как он упрется-то? Кто там его упрет? А? Как это работает? Увидите, вон там вы проезжали сейчас мимо дяденьки на лебедке. А, это Иван? Да, сейчас Иван. А! Вот это он говорит. Так, упираемся. Вадим, спасибо, это было не так страшно. Спасибо вам.